Всем привет. Шел третий день. И Мила никак не закончит блог. Вчера тоже так же. Вот вечер. Поскакали мы, походили, потом погуляли. Потому что больше немножко... Ладно, мы по лестнице ходили. Почему я ходьбу уже не снимала? Мы без ходунков. На улице просто ходили без тутарок и без ходунков. И по лестнице ходили. И все. И рассказать тоже опять ничего не рассказала. Потому что уже буду яро, чтобы он уже как-то ползал более адекватно стараться. Потому что уже тяжело, устали. В том плане, что он никак ползать не начнет. Сам все побаивается. Дома как садишься, одно, второе, третье, и все. И опять не получается ничего не рассказать, не показать. У нас такая петрушка вышла, здесь был просмотр газовой конторы домов, и они берут, отключают газ. И вот у нас эти два дня мы были без газа. Чего я хотела рассказать, что получается, газа нету, кушать на бутербродах, пока потом вот у меня появилась мультиварка. Я уже к вечеру смогла, уже днем появилась, но я уже не стала готовить днем, потому что надо было опять бежать, уходить. И я уже только вечером готовила, поэтому мне, честно говоря, было не до этого. На следующий день они опять пришли, смотрели уже осмотр, в квартиру заходили. Там документами, с хозяевами, ну, в общем-то, свои дела решали. Мы пошли опять на занятия, опять пришли. Ну, в общем, и получается, что туда-сюда, ну, то есть, как бы, все равно, да, это все перезагрузка. Купаться, погреть. Грела я уже вот в этой мультиварке воду просто для себя, чтобы там постирать нам надо, потому что мне тоже два дня навалялось уже вещи замоченные тоже. Поэтому было не до блогов. И, честно, даже вот не получалось, чтобы пообщаться, вот что-то рассказать и поснимать. Бегали, пока коляску делали, ремонтировали. Причем, что получается, коляску отремонтировали и остались без газа, да, в общем-то, вот такая веселуха. Не одно, так второе, не второе, так третье. Вчера в итоге с газом все решилось, все замечательно. И у Яры сопли. Ну, у него такие сопли, они не по задней, то есть получается, как по задней стенке. Потому что он еще, когда он тогда наорался, я так понимаю, у него просто поднялся тонус. У нас такая петрушка бывает. Из-за тонуса он себе срывает внутреннее, напрягает сильно, и у него получается вот срыв, который был тот раз такого типа. А когда мы вышли тогда, когда он поорал, мы тогда пошли в санаторий. Застудить я его не могла, потому что вот такая же была жара, 25 градусов больше, если не 27. Он стал тогда пить, просить, я ему купила воды, он пил, и все через нос. Пьет и через нос. Я ему тогда сказала один раз, второй раз. Я говорю, что я тебе больше давать не буду пить. Ты пьешь сладкую воду через нос. У тебя потом будут проблемы с носом. Ну, то есть, как бы оно вытекало у него через, прям через ноздрю аж вытекало. Яр, подними голову. Устает, голову скисает. А пьет вот тогда с того дня у него вот такая ерунда. Ну, я так понимаю, что вот эта вот сладкая вода, она туда зашла. На улице, естественно, никто ее не промывал, никто ее... не высмаркивал. И все. И оно вчера вот его. Ну, я уже начала вчера так хорошенько промывать, чтобы уже это все прорвало. Вот, поэтому. То есть как бы соплей как таковых нету. Но вот сейчас опять. Ну, мне кажется, у него, говорит, да? Он просто себе стонус там наколобродил. Потому что мы вот были на занятиях, все замечательно, все хорошо. Вышли, он попил. И у него опять через нос, и сопли потекли. То есть, как бы, да, но опять все через нос пошло. Вода вот у него выходит через нос. Ну, естественно, получается, потом соплями, да, потому что хочешь, не хочешь, как инородное, как мне Лора объяснял, это все равно инородное тело, да, оно, получается, с носоглотки попадает. Ну, то есть, со рта попадает в носоглотку, и оттуда пытается вот так избавиться. Так, все, мы выходим на более такую опасную трассу, я отключаюсь. Возможно, все-таки я дома подключусь.
и дорасскажу сегодня, закончу наш блог. Будем надеяться, покажем, что как, к чему мы пришли. Можешь жаловаться. Всем привет. У нас здесь перекус-перекур. Берем коляску опять. Да, мы здесь выгрузились. Сейчас сидим. Я Яре купила пирожок с капустой. Купила сок. Нам что-то из дома выскочили. Спережила вот такую Г, правда. Но что пить хочется. Мы сейчас после занятий, после тренировок сюда пришли и сидим сейчас вот там в мастерской, ремонтируемся с коляской, посмотрим, что скажет. Там два колеса теперь менять. Я вытащила матрас. Я говорю, Яр, давайте я на матрас посажу, что ли. Ну, в общем, ладно, будем сейчас сидеть, пока кушать. Все, мы сейчас сидим, ждем. Опять жара, но Яську я не раздеваю, потому что на тренировке мокрый, потеет. Сейчас даже шапку быстрее всего одену. Голова-то просохла, но все равно, видите, такая кудряш. А у меня нет, у меня, видите, опять мокрые. И что здесь с этим уже здесь ничего не поймут. И она сразу. Я с ней забыла резинку взять. Вышли. И она вот все просто задняя часть вся мокрая. Пока ждем. Будем перекусывать. Все, мы сделали колеса. И это поменяли. А, и то поменяли. Что? Вот, теперь видите, как хорошо. Я могу спокойно одной рукой вести. Давно я ее так не вела. Прям не нарадуюсь. Все, мы уходим домой сейчас. Я веду коляску одной рукой. Это вообще как круто. Но мы этот пан надо покушать, и нам еще занятия. Наш дружок пирожок уже с нами вышел. Так что мы сейчас походить. Кс-к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 с. Черныш, иди сюда. Иди, мой красавец. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Да, он подходил к нам, а там вот киса взрослая взяла, его ударила. Аккуратно, Яр, стой. И он теперь уже боится к нам. Ай, кстати, они его гоняют со всех сторон, он взрослый. У нас дома вот такая новиночка появилась. Чуть попозже расскажу, что произошло. Вот такой тарарам. Сейчас я быстро делаю, разбираю, убираю. Яра сидит в комнате. Блог сегодня нормально не получился, чисто из-за того, что целый день вот после пришли мы, когда ну, мы и бежали обратно, потому что, ну, когда этот санаторий, мы сделали колеса и убежали домой бегом-бегом. Даже не стали гулять, потому что надо было именно быть дома. Расскажу чуть попозже, когда сейчас Ярика посажу кормить, потому что мы с вами практически целый день такие голодные, не евшие, на булках, потом на бутербродах. В общем, сейчас надо приготовить. Мы пошли походили,
Почти 10 часов надо лекарства дать. И вот надеюсь, все-таки что-то я что-то соображу сделать, пока покормить. Голодный ребенок у меня вообще целый день. Такой ему еще больше и больше сладко. Всем привет, сегодня уже следующий день. Мы вчера так толком, я, конечно, ничего никому не рассказала. Никуда я не села, потому что мы провозились. А вчера здесь было... Хорошо, покажу коляску, подожди, не кричи, спокойно, старайся спокойно объясняться. Снимаю, снимаю тебя, я поменяла ему коляску. Сегодня взяли свою. Не прошло и полчаса, я разговаривала со своей дочерью, и в итоге, конечно, кто бы что бы записал, уже темнота. Вот. Так что опять все откладывается. Мы сейчас выходим там на проспект. Пойдем с Яськой погуляем немножко. И надеюсь вернусь. И все-таки что-то вам расскажу в итоге. Что ж так? Ай-яй-яй-яй, как всегда. Почему, когда ты вот машины стоят, но когда тебе надо идти, они сразу начинают ехать в этот момент. У нас такое бывает, у меня всегда так. Обязательно. Будет стоять до последнего. Как только ты пойдешь, обязательно поедет. Ладно, мы переходим. Зачем на весь подъезд так кричишь? Я хотела тебя снять, как ты здесь прикольно сидишь. А ты горланишь. Зачем? Страшно, что ли? Что, Лена? Еще раз сделать? По второму разу? Ты будешь молча сидеть? Чупча, видите, у меня здесь сидит. Все, пошли, на выход. Вот так вот мы и ходим. Просто здесь немножко получается 6 ступенек, неудобно. Вот этот пандус, он под нашу коляску не подходит. Поэтому я здесь вот в основном Ярика сначала поднимаю на лифт, а потом прихожу, спускаюсь за коляской. И, по-видимому, теперь надо будет также спускаться, потому что если на этой коляске, то я колеса разобью. Та коляска на амортизаторах, она хорошо скатывается с Яськой вместе, а это нет. Открывай, открывай. Наши кроссовки уже не совсем новые. Молодец, давай. Все. А что он так согнулся-то, господи, прогибается. Не должна быть ровно. Ужас. Сила есть, сильная. Надо теперь коляску тоже брать.